Сегодня, в эпоху русофобии и попыток очернения всего русского на этой планете, видя, как русскую нацию пытаются оболгать, вешая на русский народ различные ярлыки, якобы они самые безжалостные и бессовестные люди на всей планете, я бы хотел вам рассказать о чертах истинных русских людей. И неважно, женщина это или мужчина, сколько бы Запад не пытался промывать людям мозги, правду-то ведь не сломаешь и не убьешь. А правда она в том, что русские люди, они имеют Божий дар. Дар жертвенности, дар совести, чести, достоинства и сострадания. И они не приобретают эти качества. Эти качества заложены Господом у них в генах самого рождения. И потребности других людей для них были выше собственных. Да, и сколько бы ни базарили русофобы, русское милосердие, она имеет тысячи свидетельств бескорыстной помощи, отдачи просящим и больше, чем себе, и даже положить жизнь за други своя. И не ради того, чтобы благодарили, и не ради признания. Просто для русского человека это было по-настоящему важно. Русские люди, они всегда притягивали руку помощи нуждающимся, никогда не отказывали в помощи, и главное, делали это бескорыстно. Вот это и есть чисто русская черта истинного русского человека. И вряд ли истинный русский пройдет мимо горя других людей и народов, попавших в беду. Настоящий русский мужик – это защитник детей, это защитник женщин, защитник стариков, попавших в беду. И неважно, будь он военный или будь он простой какой-то гражданин, да, у них в душе есть стержень от Господа – приходить всегда на помощь людям, которым угрожает какая-либо беда. И я сам видел множество таких примеров и очень благородных поступков, которые требуют большого сердца и широкой души. Так что, сколько бы русофобы не пыжились, да, правду не спрячешь. Россия – великая страна, а русские – это великая нация, несмотря ни на что. И, кстати, вот эта фраза, да, «русский мир», о которой часто любят употреблять русофобы в негативном свете, на деле она ничего общего с реальностью не имеет. Русский мир – это мир добра и помощи. И пока существует Россия, мир будет на всей земле.